Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Drom.ru. Привет, мужики! Здорово! Битва за автопарковку, а? Страшно. Очень страшная история, Славка. 18+ она будет поставить. Конечно. Эй, мужик, мужик, убирай свою тачку отсюда. Это мое место. Это общее место. Жена твоя общая, а место это мое. Понял, убирай нахер свое корыто, давай. Снимай, снимай. Потом детям покажешь, что такое естественный отбор. Да вы что, с ума сошли? Что ты? Ты что, вообще дебил, что ли? Это не я. Это голуби. Да я знаю. Я знаю, что это не твои яйца. Ты-то кастрат. А ну-ка, Ой, стой. Да я в этом доме живу уже 12 лет. Это место давно закрепилось за мной. Ну не будь как Путин, уступи место молодым. Вот ты сука. Ага. Мое место. Правда говорят, какая машина, такой и хозяин. Ну согласен, твой Форда, огромный багажник. А ты весь сгнил, блоха японская. Нифига себе, стой. Ты еще и расист. А ну-ка стой. Ну хочешь себе отдельное место, ну купи гараж. А че я должен покупать гараж из-за какого-то утырка? Форд хорошая машина, зачем ты называешь его утырком? Ах ты, ну-ка стой. Сейчас я хорошая же машина, ну-ка. Короче, я сейчас на 2 часа отъеду, не дай бог ты займешь мое место. Да любой может занять это место. А не важно, кто это сделает, ты. Получше именно ты. Чувак, кстати, что ли, да? Какая-то? Все пи***в одни руки. Что тебе надо? Убирай свою машину с моего места. Я не понимаю, о чем ты. Сейчас поймешь. Нормально? Ты пересолил? Вот. О, ты не в курсе, кто мне колеса проколол? Не-а. Когда корыто свое отсюда уберешь? Ну так не на ходу. Ну так сделай. Да денег нет. Вот сука, а. У меня там еще граната хрустит. Еще одно слово, и у тебя суставы в обратную сторону будут хрустеть, понял? Ну спасибо, сосед, прямо выручил меня сегодня. Я когда отъел, ты можешь свою фордату сюда поставить? Тебя, не спросил. А я передумал, завтра съездить, сегодня отдохну. Да ты чё, падла? Вали отсюда, там это уже видно! Понравилось видео, ставь локацию. Подписывайся на наш канал, на группу ВКонтакте, Инстаграм, все ссылки, мужики, в описании. И пиши в комментариях, чё у тебя есть свое место. Ну, всёмушки, пока!